Всем здорова, друзья! С вами, как всегда, спикер и продолжается выживание в Generation Zero. Мы продолжаем убивать роботов, продолжаем изучать этот мир, этот потрясающий, красивый мир. Но здесь есть боевые роботы. Да-да-да, мой друг, я читаю твои комментарии и ребятам посоветую в комментариях. Использовать баллон, использовать рацию, то есть радио. И можно, кстати, сейчас сделать такую, знаете, заварушку. Впереди должны быть роботы, как мне кажется. Так, погоди, нужно бинокль взять. Проверить с помощью бинокля, есть ли роботы впереди. Да, есть дальше впереди роботы. Они очень хорошо слышат на расстоянии. А можно использовать баллон, можно использовать приемник. У нас есть уже приемник, у нас есть баллон. Мы бросаем вот сюда баллон. Он очень хорошо разрывается. Бросаем сюда баллончик и бросаем сюда же радио. Куда-нибудь, знаешь, подальше, вот сюда бросим. Все, и бежим на холмик, быстренько бежим на холмик, берем снайперскую винтовку. И когда они подбегают к этому приемнику по звуку, то я взрываю баллон. Мы сядем где-нибудь здесь сверху, чтоб я видел, где находится баллон. Приемник находится вон там. Баллон находится вот он. Все, ждем, мы ждем. Они бегут, тяв-тяв бегут. Сколько их там, обалдеть, нужно взрывать. Обалдеть, вот это да. Тут, понимаю, эпик. Спасибо, мой друг, что пишешь комментарии. Да-да-да, ты пишешь комментарии, я все читаю комментарии. А песики меня пытаются найти. Смотри-ка, минус 2 песика сделали. Есть еще 3 песика. Сейчас будем их уничтожать. Обязательно будем их уничтожать. А куда нужно стрелять? Ребята писали в комментариях, нужно стрелять в какой-то баллон. А сверху есть какой-то баллон, вижу. Вот это да! Спасибо за комменты! Реально круто, реально получилось круто, мне понравилось. Один выстрел в зад и все. И песика нету. Понимаешь, песика нету. Один выстрел, потрясающе, мне понравилось реально. Есть еще 2 песика, где-то дальше 2 песика есть. Нужно посмотреть, нужно их найти, нужно их выследить. Но они бегают. По звуку это, конечно, хорошо. А песиков не вижу. Они испугались, возможно. Это какая-то боевая техника. Вижу одного песика. А можно пробовать вынести, но мне кажется, слишком далеко. Можно сделать так же снова приманку. Они снова прибегут. Возможно, даже больше прибегут. Давай проверим. У нас, по идее, есть еще баллончик. А также на шестерку баллон. Также приемник. Приемников здесь много. Их просто нужно найти. Также бросаем баллон сюда. 3 песиков вынесли практически на изи. Ты понимаешь, очень быстро вынесли. Просто нужно понимать, как пользоваться всеми плюшками в игре. Так, минус 1 песик. А где еще один песик у нас сдох? Вот, кажется, песик. Отлетел, походу, очень далеко. Так, тоже заберем. И осталось еще 2 песика. Так, окей, такую же приманку делаем. Довольно интересно. Можно чуть дальше сделать, но чтобы, знаешь, видно было с холмика. А вон там видно хорошо, можно, в принципе, здесь с ними кинуть. Чтобы я хорошо видел баллон. О-о-о, мне пытается найти, что ли. А можно поближе к дороге. Потом поднимаемся. Так, кто-то там бегает. Кто-то там бегает. Вот здесь хорошо мне видно будет. Поднимаемся потом наверх. Так, бросаем вот сюда. И бросаем, конечно, приемник. Он автоматически включается. А, наверное, бросим чуть. Нужно поближе просто. О, все, наверх, наверх бегом. Бегом наверх и будем сидеть и ждать. Сделаем перезарядку. Так, у нас есть опыт. То есть мы прокачиваем нашего персонажа. У нас есть опыт. А звук есть уже. Звук вроде бы есть. Он автоматически включается. А мы ждем. Мы пока что ждем. Да-да-да, бегут песики. Песики бегут. Смотри, смотри. Один песик есть. А больше никого не вижу, что ли? И второй прибегает. Смотри, второй прибежал. Обалдеть. Вот это да. Спецэффекты обалденные. Спору нет. Есть спецэффекты здесь. Они просто обалденные. Да, слишком далеко. Подходим, забираем патрики. Патрики забираем обязательно. Забираем все патрики. У каждого песика есть патрики. Песики, песики. Так, куда он улетел? А приемники забирать, кстати, нельзя. Вроде бы. Или мне кажется, он разлетелся. Так, вот наш робот. Патрики забираем. Остался, кажется, последний робот, я вижу. Он зашел за домик. Быстренько туда бежим. Пока меня не видит. Подходим по стелсу. Все по стелсу. У нас есть дробовичок. Можно просто подойти поближе. А добыча 2. Предметы 1. Окей, хорошо, я понял. А где-то рядом с песик. У нас есть патрончики на дробовичок. Он находится где-то прям тут.
Нужно быть очень аккуратным, нужно быть очень потихим. Он пытается меня найти, смотри. Видишь, желтенький горит, значит, где-то рядышком пытается найти. Возможно, там не один песик, ты понимаешь? Тяв-тяв, там, возможно, там не один. Но мы по стелсу попробуем. А, вижу, обходит меня. Он пытается меня обойти. Но не тут-то было. Тяв-тяв. Тяв-тяв с той стороны. Можно, по идее, зайти и прямо из окошка стрельнуть. А здесь нет окошка. Ну-ка, открывайся дверь. Здесь тоже нет окошка. О, есть окошко. Тяв-тяв. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, я сплю свою позицию. Окейшки. А, тяв-тяв. А, тяв-тяв. У-ху-ху-ху-ху. Балдеть. Спецэффекты реально крутые здесь. Спору нет. Так, заберем патроны. Патрики, все забираем, конечно. А можно поутать, посмотреть, что у нас тут есть интересное. Как видишь, у нас даже внизу есть что-то есть, и нужно дело проверять. А почему не хочется проверять меня снизу? Я хочу посмотреть, что у нас снизу. Он не хочет как-то смотреть. Я вроде пригнулся. Пригнулся, он не хочет смотреть снизу. Хорошо, окейшки, не хочет, так не хочет. Есть какие-то игрушки. Поднять предметы какие-то. А, записков никаких тут нету. А, ну, секундочку. Я хочу взять вот этим... Вот этот ящик. Он вроде хороший. Он вроде должен быть браться, но он не берется. Хорошо, он не берется. А, патрики здесь мы забрали. Здесь какие-то танки есть. Или БТР. Это вроде был танк. А, мы отсюда уходим. Мы двигаемся дальше в деревню. Мы бежим в деревню. Все по сценарию. Можно пройти, знаешь, дальше. Ой, секундочку. Кто-то тут есть. Кто-то здесь есть. Какой-то робот здесь есть. Можно посмотреть... Сразу же в оптику. У-у-у, там у нас два робота. Погоди, три. Не, два робота. Два робота. Нет, три робота. Три робота. Двигается именно вот сюда. Жарко. Будет жарко, ты понимаешь, чем попахивает. Попахивает. Балона у меня нету. Обалдеть. Не, нужен, по идее, баллон. Можно использовать вот эти сигнальные шашки. Мы сейчас проверим, как они будут работать. Но мне нужен баллон, ты понимаешь? Мне нужен баллон, чтобы взорвать всех роботов. Можно сделать приманку, конечно же. А просто бросаем куда-нибудь в сторону вот этот сигнальный огонь. Они подходят, по идее, вот сюда. Здесь баллонов нету. Так, желтый уже пытается меня найти. А, я понимаю. Их там много, их там трое. Сложно сражаться сразу с тремя. Еще можно два взять. Так, идут ко мне. Выстрел есть. Ух! Нужно попадать прям в баллон, пытаться. Так, сделаем перезарядку, нужно отступать. Маленько нужно отступать, потому что их там много. Они, возможно, пришли на шум. А есть у нас отвлекающий маневр. Так, они подошли. Где они? Они меня увидели. Походу, дура. Атакуют что-то другое. Нет, меня атакуют еще. Песик, тяв-тяв. Так, нужно отступать. Нужно реально отступать. Но, кстати, ночью сражаться с ними гораздо интереснее. Потому что они не видят, откуда я стреляю. Потому что они так же слепы ночью, как и я. А вот днем они хорошо видят и бегают ко мне. Они бегают за мной. Песик, тяв-тяв. Ух, нужно к дереву. Сколько у меня патриков? Сколько патриков на снайперскую винтовочку? Очень мало, конечно, патриков меня окружает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это жесть. Да, они атакуют вплотную. Да, это жестко. Это выживалка, понимаешь, друг? Это выживалка. Он сдох. Мне нужно хп поднять. Срочно нужно поднять хп. Давай, хп. Хп мне нужно. Друг мой. Минус один сделали. Прессуют. Нужно какое-то укрытие. Обязательно нужно какое-то укрытие. Нужно прокачивать нашего персонажа. Нужно прокачивать, чтобы перезаряжал гораздо быстрее. А берем снайперскую винтовочку и держим дистанцию. Нужно стрелять именно в баллон. Так, практически сдох уже. Ух, здорово. Здорово, сразу сдох. Так, третий убежал, он пытается меня обойти. Они пытаются меня обойти. Но один на один я смогу. Ну давай, подходи. Песик, подай коню. Уже темнеет, уже смеркается. И, конечно, у меня плохо видит. Все, готов. Три робота убили. Забираем обязательно патрики. Забираем патрики. Нужны. Все надо. 5 патриков. Это очень мало. Они атакуют вплотную. Это, конечно же, напрягает. Они сбивают меня с ног и пытаются меня укусить. Тяв-тяв пытается меня укусить. Но не тут-то было. Так, заберем патрики. Что находится только патрики в роботах? По идее, должно быть что-то еще.
какой-то блок питания. Там какие-то молнии сверкают. Спецэффекты, конечно, потрясающие. Погодные условия тоже шикарные. Все потрясающе, все красиво смотрится. В эту игру приятно играть и, конечно же, показать тебе, мой друг, что будет дальше, какие будут мутанты. То есть, какие будут роботы большие. Роботы-мутанты. Здесь мы полутались уже. Ничего больше интересного здесь нету. Есть какие-то, кстати, бочки. Взрываются, не взрываются, я даже и не знаю. Можно проверить все это дело, потому что я не знаю всю механику игры. Вот это да, оказывается, взорвалось. Будем знать, да, будем знать, понимаешь. Очень много шума сделали. Уходим отсюда. Вот что странно, нет животных. Есть птицы, но животных каких-то определенных нету. Хотя бы зайцы. Походу гремит гром. Мы бежим по карте, у нас есть карта, бежим в деревню. А есть какая-то еще дальше пристроечка, можно посмотреть, что за пристроечка. Может, что-то там будет интересное. У нас пока патриков достаточно. Нужно делать перезарядку на все виды оружия, обязательно. Каждый патрик в магазине очень важен. Бежим через лес к пристройке. Посмотрим, что там есть интересное. Да, сверкает молния, это, конечно, спецэффекты обалденные. Погодные условия очень красивые, а у нас есть навыки, нужно их обязательно прокачать, эмоции, есть определенные эмоции, их можно выполнять. Так, мне нужны навыки, а пока что мы не сможем еще, стоимость 1, очков навыков у нас 0, так что еще нечего прокачиваться. Наступает дождь, красиво смотрится дождь, уже видели дождь, падает листва, тоже видели. Что у нас по карте? Приближаемся к какой-то пристройке. Сейчас мы глянем и побежим дальше на ферму. Да, какой-то сарайчик. Два сарая. Каких-то два сарая. И все. Ну, конечно, полутаться, возможно, получится. Хотя, мне кажется, просто сарай пустые. О, нет, что-то есть здесь. Здесь есть патрики. Мне нужны аптечки уже. Аптечки. О, баллон. Там есть какие-то очечки. Их можно, конечно, менять. А, походу, все. Здесь у нас больше ничего нету. Уходим отсюда. Уходим в деревню. Но по пути деревни какой-то был город. В город пойдем, конечно, уже отдельно. Потом мы сбегаем в деревню. Возьмем новое задание. Возможно, там будет выживший. Конечно, можно пообщаться с кем-то будет. Потому что бегаю пока что один, не с кем пообщаться. Так, вижу деревушку. Ферму. Какая-то ферма. Красивое поле для сражения. Но. Нужно укрытие. В этой игре нужно укрытие. Против этих песиков, против роботов. Пулеметов нужно какое-то укрытие. А кто на ферме, сколько их там, я не знаю. Нужно, конечно, аккуратненько посмотреть. Возможно, есть какие-то роботы. Возможно, есть какие-то новые роботы. Каждый дом проработан, походу, идеально. Первый, второй этаж. Какой-то есть свет. Так, есть роботы. Да, роботы есть. Ну, пока... О, вижу, вижу, сканирует. Уже стемнело. Практически стемнело. Скоро стемнеет. Роботы есть, значит, там, походу, нет людей. А какой-то большой домик еще. Тут дом, там сарай. Все проработано, это просто потрясающе. Будем двигаться туда и, конечно, будем их уничтожать по-тихому. Можно погромче. Добыча, 22 предмета. А что-то там будет полезное. Это надо будет взять. Ты понимаешь, мой друг, да? Пиши в комментарии, стоит мне играть в эту игру дальше, либо не стоит. А есть какая-то добыча. Можно обойти, знаешь, эту ферму маленько. Вот таким макаром. Обойдем, наверное, со стороны, посмотрим в округе. Пока увидел всего лишь одного робота. Там, походу, еще один робот есть. Главное, чтобы меня не спалили. Потому что если меня увидят, можно зайти домой и дома отстреливаться. Вот смотри, вроде есть лестница какая-то, да? Нет, не ой, мне пытается найти. Я подошел слишком близко. Возможно, какой-то шум услышали. Так, походу, тут меня окружают. Слева, справа. Да, мне пытается окружать, походу. Их там не один. Не один робот. Он сканирует. Он что-то сканирует, пытается понять, где кто находится. Он охраняет свою территорию. Это песик. Это песик. Это он охраняет свою территорию. У меня тоже есть своя территория, и я тоже пытаюсь ее охранять. Так, двигаемся. Двигаемся дальше. Возьмем, наверное, дробовичок. Потому что ближняя дистанция хорошо отстреливает. Прямо вплотную. Тяв-тяв. Так, есть патрики, наверное. А есть баллон. В принципе, хорошо. Можно приманку сделать. Можно сделать хорошую приманку прямо вот тут. Давайте прям сделаем. Прям тут сделаем. У нас есть, в принципе, еще радио. Последнее радио есть. Так, вот так приманку. То есть мне нужно что-то взорвать.
понимаешь? И какой-то шум можно. Можно с помощью, конечно, сигнального попробовать. А если какие-то бочки есть, если найду я какие-то бочки, то, конечно, можно их использовать. Так, здесь у нас какой-то сарай. Можно, по идее, дверь закрыть, все дело. Да, можно, по идее, все закрыть. И здесь отсидеться. Но мы не будем сидеть. Припасов здесь никаких нету. Нам нужно двигаться дальше, нужно найти что-то еще интересное. Так, пытается меня найти. Возможно, какой-то шум. О, песик рядом. Песик рядом. Песик очень рядом. А, нужно... У-у-у, сколько там песиков, обалдеть. Песиков там реально много. Песиков достаточно. Сдохнем! 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 У-у, бежим, бежим скорее отсюда. Не, отсюда, просто уйдем маленько. Уйдем. Приманку бросим. Так, мне нужно поднять хп. Срочно. Срочно поднять хп. У меня что по хп? У меня есть аптечки. Есть аптечки. Нужно их использовать. У, погоди, погоди, погоди. Пятерочка, пятерочка использовать. Аптечка. Да, их тут много. Да, сейчас будет перестрелка. Ты понимаешь, мой друг. Будет перестрелочка. Так, нужно все-таки бросить. У, пришел сюда песик. Сдохни. Сдохни. Сдох, он сдох. Бежим, бежим. Они бодаются, они очень сильно больно бодаются. Бежим отсюда, бежим. Нужно какое-то укрытие. Нужно какое-то обязательно укрытие. Вижу, 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 вижу. Засранца, вижу засранца. Отступаем маленько в лес, отступаем. И будем снайперить. Сейчас нужно сделать приманку. Вот прям сейчас нужно сделать приманку. Просто на бегу делаем где-то открытое пространство. Бросай сюда, бросай приемник. Бросай приемник. Все, бросили приемник. Сейчас будет приманка у нас, хорошо. Пойдет, пойдет дело. Есть, вижу баллон, вижу баллончик. Присядем, ждем, ждем. Пока песики подойдут туда. Они меня маленько потеряли. Держи, ух, минус 2 сделали. Обалдеть. Обыщите ферму, найди где-нибудь людей. Окей, сколько там убили? Хотя бы двоих точно убили. Вижу искры. Жарко, ты понимаешь, мой друг. Пиши в комментариях, пиши. Да, я хочу еще видеть спикер Генерал Зеро. Продолжаем, продолжаем выживать, продолжаем убивать их. Один выстрел, минус 2 робота. И убили, кажется, еще. Было 4 робота. Это немного, но это сложно, как видишь. Без ХП это было сложно. Без аптечки это было сложно. Они бодаются, они пытаются сбивать меня с ног. Они пытаются меня загрызть. Так, заберем патрики. Убили 4 роботов. Если написала обыскать ферму, значит, мы убили всех. Ну, конечно, нужно быть на страже. Так, у нас есть машинки. У нас много машин есть. И можно, конечно, их полутать. Можно все открыть. Это очень приятно. Это разбавляет весь геймплей. Какую-то одежду взять. Что-то поменять. Взять патрики. Взять какие-то записки. Так, у меня кончились, походу, баллоны. Нет, баллон у меня есть еще один. Это здорово. Так, тут у нас ничего интересного нету. А много сараев всяких. Здесь стопудово какие-то есть плюшки интересные. Здесь есть новое оружие, возможно. Какой-нибудь автомат. Какой-нибудь РПГ. Так, открывайся. Так, можно залезть. Все это дело можно залезть. Можно полутаться там. Можно что-то найти интересное. Есть патрики. Забираем патрики. Забираем все, что здесь находим. Пока места хватает. И, походу, места уже не будет хватать, потому что много набрали уже. Нет, в принципе, места хватает. Так, здесь все. Здесь все поутали. У нас есть еще добыча, нужно еще искать и искать. А дом, дом второй и сарайчик. Сарайчики мы уже были. А пойдем, наверное, в эти ангары, большие ангары. Есть какой-то еще сарай. Можно посмотреть здесь. Кто у нас тут живой, интересно. Найдем живых, пообщаемся. Возьмем новое задание. Так, все забираем буквально. Есть какие-то записки? Можно почитать газетки. А, можно почитать газетки. Газета. 10 октября. Заголовок на первой странице. Стена пала. Да, походу роботов все больше и больше. Ты понимаешь, все сложнее и сложнее. Мы прокачали уровень и можно походу прокачаться. Да, можно прокачаться. Что мне нужно? Стрельба на бегу. А точность стрельбе от бедра. Мне нужно, знаешь, чтобы перезаряжаться. А, выживание. Здоровье. Выносливость. Давай-ка нам прокачаем все-таки броня. Броня. Отдача оружия меньше. Скорость прицеливания. Вот, что нужно. Скорость прицеливания надо. Обязательно.
Так, можно купить. Да, это можно купить. Стрельба на бегу. Давай-ка сделаем. Купим. Все, навыков больше нету. Нужно прокачиваться гораздо дольше. Нужно убивать гораздо больше роботов. Тогда прокачаемся больше и круче. Будем круче. Будем круто убивать роботов. Так, спускаемся сюда. И походу все. Ну, припасов здесь много. Есть аптечки. Это обязательно надо. Обязательно на пятерочку, чтобы, знаешь, так не забыть. Бинокль, аптечка и, конечно, патрики. Все, что надо в этой игре. И прокачать свой скилл. Сено, сено. Много сена. Ни коров, никого нету. А солнце уже садится. Скоро будет ночь. А вот ночью мы пойдем уже, наверное, не наверное, а пойдем в город. Рядышком есть какой-то большой город. Сейчас поутаемся здесь. Посмотрим, что здесь интересно есть. Есть сортиры. Есть сортир. Есть сортир. Но он не дома стоит почему-то. Не хватает мужских рук, чтобы донести до дома и дома его поставить. Аккуратно стоит в ящике. Мне кажется, как-то некрасиво сделано. Ну, хотя это... Ух, есть! Есть новое оружие. А, взять все, но нам не хватает местечка. Сколько здесь урона? А мы взяли дробовичок, и куда мы его? Можно поменять. А можно посмотреть, насколько он круче. А, урон. Легкость. Да, вроде такой же. Да, он такой же. Да, он такой же дробовик. И такой же пистолет вроде. Так, это дело все можно выкинуть. Да, это можно просто выкинуть. Так, ну хорошо, мы обыскали сарай. Это вроде второй сарай. Есть оптика, кстати. Есть оптика намного круче, наверное. Мы ее взяли, можно ее присобачить к нашей винтовочке. Вот таким макаром. И проверить теперь нашу винтовочку. Цифру 2. У нас винтовка была... Не, погоди, тот же прицел, что ли? Так, у меня, по идее, два вида прицела. Ух, у нас есть глушитель. А сюда же его, можно? Да, можно сюда глушитель. Погоди, я взял оптику. Я взял уже оптику. Оптику я взял. Походу, та же самая оптика. Окейшки, у нас есть теперь глушитель. Это, конечно, здорово. Можно по-тихому снимать наших песиков. Тяв-тяв, которые находятся в городе. Это второй сарай. Да, это был второй сарай. И пойдем-ка, наверное, в домик. Найдем наших выживших в доме. Возможно, кто-то есть. Возможно, какие-то записки оставили. Они пошли снова туда-туда. И нужно, конечно, все это дело посмотреть. Так, здесь у нас пусто. Здесь у нас ничего нету. Возьмем, наверное, пестик. Включим, наверное, везде свет. Это выключает. Это включает. Мне нужны аптечки. Мне нужно побольше аптечек. Здесь мало аптечек. Но это, в принципе, интересно. Это выживалка. Против роботов. Здесь много дверей всяких. Тут у нас... часики. Все красиво, все уютно, все проработано практически досконально. Это очень приятно. Заходить в каждую дверь, находить вот такие места. Конечно, нет разрушаемости какой-то определенности. Где припасы? Где припасы? Мне нужны какие-то припасы. Припасов тут вообще нету в доме. Пойдем-ка на второй этаж. А вот есть что у нас интересно. Hej, det här är Anita. Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa förrän nu. Det har varit jävligt stressigt här. Vad tusan так, är det någonstans? Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen. Где все припасы в доме? Так, есть какая-то сумка. Так, есть аптечки. Это здорово. Но есть еще, конечно же... припасы на этой деревушке. Нужно искать, нужно утать везде. Нужно смотреть везде. Вот есть сортир, красный сортир. Ух, какая красотень-то. Можно посмотреть поближе. Красный сортир, то что надо. Так, есть сумка. Есть одежда, можно конечно все это поменять еще. Красный умывальник. Тоже симпатично смотрится, необычно. Особенно знаешь, в деревне. В деревне смотрится просто потрясающе. Идем в другой дом. А есть еще гараж. Нужно зайти еще в гараж. Потом зайдем домой. А, дверь на распашку. Но здесь у нас ничего нету. Да, здесь у нас все пусто. Все двери практически открываются. Да, вот такие все двери можно открыть спокойно. Красиво открывается. Потрясающе. Все, я остаюсь здесь жить. Здесь можно жить. Так, все двери на распашку. Где припасы? Где припасы? Мне нужны припасы. Обязательно. Друг мой, пожалуйста, напиши комментарий, стоит продолжать эту игру, либо не стоит. Потому что мне очень важно твое мнение.
Так, где приемники? Вот, приемник есть. Мне нужны, конечно, приемники побольше. Потому что такие засады можно делать. Так, второй этаж. Второй этаж, две двери осталось. Никого нету. Абсолютно никого нету. А, ни крови, ни тел. Никого нету. Беспорядка тоже нету. Словно все вымерли. Словно все исчезли куда-то. Так, все что ли? Все обыскали, никого не нашли. Что у нас по заданиям? А, журнал. Журнал. Дорога. Нам нужно идти дальше. Мне нужно идти, походу, в бомбоубежище. Мне нужно идти в город. Там находится какое-то бомбоубежище. Так что будем двигаться дальше. Да-да, будем двигаться дальше. Мы еще здесь маленько полутаемся. И уже пойдем в город, мой друг. Да-да-да. В следующей серии пойдем в город. Трактор. Потрясающий. Красный трактор. Все красно. Унитаз красный. Трактор красный. И спасибо, что посмотрел этот ролик до конца. И, конечно же, пойдем в город уже в следующей серии. Баллоны. Они нужны будут обязательно в городе. Ну, с тобой буду прощаться уже. И увидимся с тобой в новой серии. Спасибо, что смотрел. До новых встреч. Всем пока.